Итак, добрый вечер. Отметьте, пожалуйста, в чате, как меня слышно и видно. Хорошо ли слышно? Хорошо. Угу. Все, очень рада. Вижу плюсики. Очень рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре «Суть бизнеса онлайн. Проект территории роста». И давайте, наверное, познакомимся немножко. Зовут меня Сметанина Екатерина, я индивидуальный предприниматель и участник проекта «Территория роста». И сегодня мы с вами будем говорить об очень важных вопросах, которые важны и нужны каждому новичку и тому, кто пришел не первый раз, да, кто хочет более подробно узнать, кто должен помогать, что он получит от участия в нашем проекте. И, конечно же, как быстро, да, и какой результат вы сможете получить. Ну что, будем тогда начинать. У нас уже время как раз наше подошло. И начнем, наверное, с того, почему именно я в этом проекте попала, да, почему я пришла в проект «Территория роста», почему я вообще сотрудничаю с этой компанией. И до проекта, до компании я работала начальником почтового отделения. Знаете, очень, скажем так, если вспоминая свое прошлое время, жизнь своих родителей, свою жизнь бабушек и так далее, то есть такая закономерность, которая лично меня она не радовала. Это тот, скажем так, стереотип, тот план, который дает нам развиваться и был раньше. То есть мы с вами были в детском садике, да, потом заканчивали школу. Нам всегда говорили, что нужно отучиться очень хорошо, чтобы поступить в хороший вуз, получить там красный диплом, хорошо отучиться в вузе для того, чтобы найти хорошую высокооплачиваемую работу, и дальше все будет хорошо. Но на самом деле, я думаю, что многие у нас сегодня разные категории, разного возраста люди находятся на вебинаре. И вот если есть кто уже на пенсии, скажите, стало хорошо? Поставьте плюсики, либо минусики, кому стало хорошо, кому не очень. Да? То же самое можно сказать и те, кто учится. Да? Я тоже думала, что когда училась в школе, что наконец-таки я пойду учиться в вуз, получу стипендию и смогу себе позволить какие-то мелочи жизни, скажем так. Да? Но видя то, как живут родители, скажем, моя стипендия уходила тоже на помощь семье. И вот эта перспектива, когда уже стала я работать, то у меня на тот момент был только один ребенок, и я скажу, что так как я работала начальником, у нас ненормированный рабочий день, ребенка я видела, наверное, когда у меня был якобы выходной, но так как ненормированный рабочий день, выходной был раз в неделю. Хорошо, если он был. Поэтому я понимала, что я так дальше жить не хочу, тем более мы с мужем работали вдвоем, но мы не могли себе позволить просто даже сесть отдохнуть с семьей. Сейчас на данный момент у меня трое деток, и я понимаю, что нужно им уделять больше времени, потому что детство у всех одно. И хочется дать им огромное количество возможностей. Я не говорю, что дети мои не ходят в сад, не учатся, но нет такого, наверное, отношения к тому, что только это никак иначе. Самое первое, что мы сейчас даем, это возможность развиваться и обучаться им самим как личностям. И вот такая вот жизнь, как вы сейчас видите, работа, да, когда я уже пришла на работу, я очень быстро за 2-3 года я вышла стала начальником отделения, хотя пришла оператором по подмене отпусков, но, скажем так, до работы у меня не было ничего, когда была работа, то ничего и дергающийся глаз, потому что действительно ответственность и так далее. И вот эта вот закономерность, когда ты утром встаешь по будильнику, когда ты работаешь, знаете, самое, наверное, даже неприятное то, что большинство людей считают свою жизнью вот время после окончания работы и до того, как мы ложимся спать. Вот это действительно немножко пугает, когда разговариваешь с людьми, и они говорят о том, что вся жизнь заключается работа-дом. И лично для меня такой круговорот был неприемлем, скажем так. И даже не из-за того, что работа-дом, а из-за того, что, в принципе, перспектива это ничего не дает. Вот именно когда я задумалась об этом, когда я решила, что что-то нужно менять в этой жизни, вот тогда одним из таких показателей, скажем так, появился такой вот, я узнала в одной из книг, прочитала о такой вот квадрат, да, который делит нас, людей, на 4 категории. А это наемные рабочие. И вы видите, красным выделено слово «раб», то есть мы понимаем, что нам хватает денег, все, что мы получаем, наши зарплаты, нам кажется, что она наша, но на самом деле она уже распределена на отдачу долгов, на оплату коммунальных услуг и купить какие-то там вещи, да, там сыновей кого-то нужны, да, там детка какая-то одежда и так далее. То есть, в принципе, эти деньги уже распределены. И чаще всего, я просто помню, как жили родители, им хватало денег, на 3 недели, на 4-й нужно было либо одалживать, либо что-то еще придумывать. И я понимаю, что я так не хочу, да. Когда ты работаешь на работе, даже если ты работаешь директором банка, в любом случае, все равно это ответственность, это нет возможности передать этот бизнес, свою должность, да, детям, то есть они будут начинать с самого начала.
но и в то же время все равно в итоге ожидает пенсия. Есть вторая категория, да, это малый бизнес, это когда мы работаем сами на себя. Вы знаете, когда общаешься с предпринимателями, те, кто работают в традиционном бизнесе, что обычно они говорят? Да, ездят за деньги. Хотя по статистике из 100% только 5% предприятий или там ИП, которые открываются в традиционном бизнесе, они могут развиваться дальше. Большая часть, 95%, они терпят крах, да, они разоряются и так далее. И вот эти 5%, которые все же смогли, да, себя организовать, выстоять в это, скажем так, непростое время, они говорят о том, что да, есть деньги, но уже нет времени на себя. То есть не, скажем так, мы имеем бизнес, а наоборот. То есть ты тратишь, ты вложил деньги, поэтому ты тратишь все свое время, все свои силы, все, что есть, именно на то, чтобы, так как это чаще всего берется деньги в долг, чтобы отдать этот долг, и несколько лет, 5-6 лет уходит только-только на возврат долга. И жизнь вот эти 5-6 лет ты не видишь вообще, ну, если дальше будет. И что здесь самое плохое в этих двух категориях? Если ты работаешь, то деньги есть, большие либо маленькие, они есть. Если ты только перестаешь работать, ты понимаешь, что уже и денег нет. Сейчас иногда разговариваю с людьми, которые работают на государственной работе, я говорю, ну, когда говорят, болеет температура, я говорю, иди на больничный, чего ты, осложнения и так далее. Она говорит, нет, если я пойду на больничный, я вообще не увижу никаких денег, да. То есть люди даже не могут позволить себе просто спокойно поболеть. Но хотя с нашей продукцией болеть нельзя, поэтому будем развиваться дальше. Итак, и вторая категория, то, что вы видите с правой стороны, это бизнесмены и инвесторы. И, конечно, вот эта категория, она... Когда я не почитала, да, и услышала уже от людей, которые действительно развиваются в этом бизнесе, я понимаю, насколько это классно, насколько это ты работаешь на себя, но в то же время ты даешь возможность вот все, что заработал, оставить бизнес своим детям. Ты понимаешь, ради чего ты работаешь, ради кого, и, конечно же, ты понимаешь, что ты можешь сейчас поработать, обеспечить свою жизнь и свою старость. И именно тогда, понимая о том, что грамотный бизнес – это чтобы было и время, и деньги. Да, но найти такое не всегда легко. И когда к нам, мы как бы, да, искали даже партнера, с которым работать можно, чтобы были все схвачено, и реклама, и логистика, и доставка товара, чтобы этим ничем не нужно было заниматься, конечно же, мы были очень рады, что появилась такая компания, как компания Reflame. Компания, почему именно компания Reflame? Ну, начнем с того, что, во-первых, мне понравилась бизнес-план компании. Понравилось то, что вы сами выбираете, с кем вы хотите работать, с той командой, сколько часов вы хотите работать. И ваш доход зависит только от вас, от вашей работы лично, от вашей работы с вашей командой, поэтому здесь все в ваших руках. Второе, что мне очень было очень важным, очень главным, это, конечно же, продукт, с которым мы работаем. И когда я познакомилась, вот, многие говорят, ну, только не сетевой маркетинг, да, но на самом деле, когда вы узнаете о том, насколько грамотно, правильно доставляется, скажем так, продукт, да, вы видите, что когда мы покупаем продукт в магазине, то он проходит огромное количество этапов. И цену, которую вы видите в магазине, она всего лишь 30% от этой стоимости того продукта, который вы покупаете. Все остальное – это посредники, это оптовики, это реклама, это зарплата продавцам и так далее. Когда вы покупаете продукт со своей компании напрямую от производителя, то есть тут идет, конечно, чужая бабка, да, но она ничто по сравнению с той, которую мы получаем в магазине. Но иногда говорят, ну, в магазине дешевле. Но зная вот этот вот способ доставки, все это начисление цены на этот продукт, если он даже стоит дешевле, чем сетевой компании, простите, из чего он сделан этот продукт? Какова его реальная стоимость? Какие продукты заложены в нем? Поэтому для меня это тоже было очень важно, очень интересно. И действительно, почему компания Reflame? Эта компания уже больше 10 лет работает официально в Беларуси. Компания работает в более чем 60 странах. Это самая крупная космическая компания, она является компанией номер один, уже не один год, выбор года именно достается нашей компании. Видите, Екатерина Мамедова, наш генеральный директор, который получает эту премию. Это очень классно. У нас 5 собственных фабрик и заводов, да, самое главное, конечно же, ассортимент, который, тот продукт, который, во-первых, востребован каждый день. Мы с вами каждый день, я думаю, все, кто у нас сейчас находится в вебинарной комнате, все сегодня мылись, чистили зубы и так далее. То есть эти продукты, которые нужны будут всегда. Но при этом, конечно же, разнообразие продуктов, потому что компания, когда только стартовала, вы знаете, кто изучал именно, как компания была организована, что это было всего 5-6 продуктов. И все продукты вещались на одном листике формата А4. Сейчас же это яркие красочные каталоги, которые выпускаются на разных языках мира, которые
приятно листать, скажем так, да, очень, где прослежены все тенденции моды и в ароматах все последние модные тенденции. Хотя аромат разрабатывается от 3 до 7 лет, да, то есть, но уже в каждый каталог практически мы видим новый продукт. То есть ассортимент для меня был очень важен, какой продукт, с каким продуктом мы работаем. Потому что этот продукт мы предлагаем своим знакомым, своим клиентам, своим родственникам, этот продукт мы используем сами. Поэтому для меня было очень важно качество продукта, и действительно, насколько мне будет приятно предлагать его знакомым и близким. Ну и, конечно же, кроме того, что у нас есть продукция по красоте, у нас есть потрясающая продукция Wallis. А действительно, продукция, которая имеет все сертификаты качества, такой сертификат качества, как GMP. Ну и, конечно же, у нас в Беларуси он продается через аптеки, то есть он еще и соответствует всем нашим сертификатам. И это очень классно, потому что продукт, который помогает нам не только внешне выглядеть классно, но еще и поддерживать свое здоровье. И, знаете, я, у меня трое деток. И когда у меня был первый ребенок, когда мы пошли в садик, мы болели там раз в 3 месяца, это точно, да, то есть простудные какие-то заболевания и так далее. То сейчас, когда я беру младшую дочку, я говорю, фу, ну мы уже, наверное, года 3-4, да, с простудами мы практически не болеем. И если даже где-то что-то бывает, там раз в год, то это, ну, очень легко переносится. И нам даже саду все время воспитатели говорят, мы вам даем стихи, потому что мы знаем, что вы придете на все утренники. Да? То есть, и когда здоровы наши дети, это, наверное, самое главное. Ну, конечно, нужно думать о себе, потому что ни одному ребенку не хочется, ни одним родителям, чтобы их дети болели, да, соответственно, нашим родителям. Поэтому поддерживать свое здоровье, это тоже очень классно. И это можно делать легко, это можно делать, действительно, вот, если брать даже омега-3 рыбий, да, когда буквально там, в воскресенье у нас была встреча офлайн в офисе, и люди говорят, ну, рыбий жир, который давали раньше, то есть у людей очень отрицательные эмоции. То есть, если сейчас я возьму даже дочь, спрошу, то есть омега-3, то есть она с удовольствием этот продукт использует. И, конечно же, это помогает нам и поддерживать здоровье, и это продукт, с которым классно работать, классно его предлагать, потому что он дает результаты. И если вы сомневаетесь в этом продукте, либо мало знаете, то каждую пятницу в 19:00 у нас проходит вебинар именно «Школа по здоровью», где вы можете задать вопросы, узнать от наших специалистов, что это за продукт и как с ним работать. Ну и, конечно же, вот видите значок, который буквально недавно, в прошлом году только он был дополнен к нашим значкам, именно продукции Wellness, это когда состоялась в ноябре премия «Здоровое питание», и компания «Эйфлэм» была достойна престижной награды победитель номинации «Лучшая компания, производитель категории витамины и БАДы». Поэтому действительно обратите внимание на эти продукты, если вы новичок, то кроме того, что вы поддерживаете свое здоровье, это еще классная возможность получать шикарные баллы бонуса, проходить стартовые программы. Вот. Поэтому это очень классно. Вот. Мы переходим плавно именно к нашему проекту, проекту «Территория роста». Вы знаете, сейчас не только наш бизнес, но и многие, даже большинство магазинов, они переходят именно на работу через интернет. Почему? Потому что, во-первых, скажем так, цена в интернете, да, даже если возьмете любые магазины, там «Пятый элемент» и так далее, у них она ниже, чем в магазине. То есть не нужна зарплата продавцам, да, понятно, что доставка остается, но все равно же есть скидочка. И многие даже идут в магазин, выбирают сначала какой-то продукт, а потом заказывают его через интернет, потому что это дешевле. Ну, а с другой стороны, это классный, очень такой инструмент, который дает нам возможность экономить время. То есть мы можем спокойно полистать в то время, когда нам удобно, там, ночью, да, и так далее, тот же там каталог, не только компании «Эйфлэм», а вообще, да, и очень быстро просмотреть и выбрать тот продукт, который нам нужен. То есть это экономит наше время. Не мы подстраиваемся под работу магазина, а магазин подстраивается как-то под наш, то есть он работает круглосуточно, поэтому мы можем выбирать. И каждый из нас использует интернет сейчас по-разному, кто-то просто сидит в социальных сетях, кто-то оплачивает просто коммунальные платежи, кто-то сидит именно работает через интернет, да, строит свой интернет-магазин. Но у нас тоже есть возможность перевести. И мы очень рады, что сейчас, благодаря нашим вышестоящим спонсорам, Лене с Денисом, Маня Козловская, у нас есть такой уникальный инструмент, у нас есть проект «Территория роста», который дает возможность уже огромному количеству людей расти, развиваться, строить здесь свой бизнес, мамам, где дети, тем людям, которые не имеют возможности приезжать в офис и так далее, можно развиваться, расти, проходить обучение. И, наверное, начнем с того, что вы можете получить благодаря нашему проекту. Я сейчас не буду перечислять все, что здесь есть, потому что мы сейчас немножечко об этом всем поговорим. Вы пока можете просто посмотреть, что же дает нам возможность участия в этом проекте. И дает возможность она всем, независимо от того, какое у вас образование, какой ваш возраст. Неважно, вам сейчас там 15, да, либо вам там 60. У вас есть возможность развиваться, расти и личностно, и развивать свою команду, и передавать свой бизнес детям по наследству, да, и в то же время путешествовать и отдыхать.
то в чем же заключается идея бизнеса? А идея бизнеса заключается в том, чтобы перевести покупки можно больше количества людей, и наших в том числе, с обычного магазина в интернет-магазин. Причем не в чей-то другой, а именно в наш интернет-магазин. Но при этом нам необходимо, если мы вспомним с вами квадрат денежного потока, не просто одна сеть, то есть один магазин, да? Если мы даже возьмем с вами традиционный бизнес и возьмем с вами там пиццерии, заправки и так далее, то понятно, что если у нас одна заправка, это один доход. А если у нас их огромное количество, там 3-4 и так далее, и при этом у нас в каждом есть свой управляющий, то доход будет намного больше, и даже если мы уезжаем отдыхать, либо еще что-то, все равно эти магазины будут работать. Так вот, наша задача – помочь людям создать свои сети интернет-магазинов компании Oriflame. При этом, я соглашусь, я думаю, тоже вы согласитесь, что нужно для этого делать, да, что мы возьмем, что нужно же для этого делать, для того, чтобы развивать свой интернет-магазин в первую очередь, то, что вы только, многие из вас только пришли в этот бизнес, что для этого нужно делать. Итак, у нас такие три О, три правила, которые вы, наверное, слышите на каждом обучении, но пока вы себе внутри не поймете, для чего и насколько важны эти три О, развитие не будет идти так быстро и интенсивно. Первое, что нужно делать, это организовать себя в обучении. И я хочу, вот, можете себе поаплодировать и большие сказать вам, поставить плюсики всем вам, потому что вы большие молодцы, потому что вы сегодня здесь на обучении, значит, вы что-то ищете для себя новое, интересное, развиваетесь. Потому что действительно каждый спикер преподносит информацию по-разному, и наша задача приглашать новичка на такое обучение, понимать, что они там услышат. О всех пунктиках мы немножко позже разберем подробнее, сейчас я только вам перечислю. Это, конечно же, организовать свой личный товарооборот и по мере роста вашего интернет-магазина помогать организовать товарооборот вашей группы. И, конечно же, организовать поток людей, рассказывая им о всех возможностях компании. Потому что кому-то сейчас нужны быстрые деньги, кому-то сейчас нужны просто, он хочет экономить для себя, а кто-то хочет развивать бизнес. Но начиная с высшей планки, сначала говорим о бизнесе, потом уже о продажах и о личном потреблении. Итак, что касаемо первого пункта обучения. Все, кто у нас сейчас находится в проекте «Территория роста», вы можете получать бесплатное онлайн-обучение от нашей команды. Оно у нас идет каждый практически день. Поэтому в ваших чатах, ваших спонсорах вы можете видеть, когда это обучение, есть ссылочка, поэтому, в принципе, ваша задача приглашать самого себя и ваших новичков на такое обучение для того, чтобы развиваться. Если у вас очень хорошо идет личный товарооборот, нету сейчас регистрации, нету потока людей, выберите себе сейчас самое главное те школы, которые вам помогут это сделать. Если у вас, наоборот, хороший поток людей, вы уже выбрали себе методы работы, но у вас не идет личный товарооборот, или там у вас не получается там работа с командой, выберите то обучение, которое вам необходимо. Если работать с Wellness, изучите больше о продукции Wellness. Но и старайтесь не только в интернете искать, потому что не всегда вы можете найти там информацию, которая сейчас актуальна. Сначала обратитесь к спонсору, я думаю, он вам подскажет, какое обучение более продуктивное и нужное для вас сейчас, да. Ну, если уже хотите больше, значит, изучайте больше, но тогда берите обучение, особенно касаемо социальных сетей, которое идет именно недавно, да, потому что изменения в социальных сетях проходят очень часто, обновления, поэтому, чтобы информация, которую вы изучили, не осталась, скажем так, очень старой и ненужной для вас. Конечно же, это поменять обычный магазин на интернет-магазин компании Oriflame. Об этом я долго задерживаться не буду, потому что если вы сами начинаете делать личный товарооборот, как вы можете этому научить тех людей, которые приходят в ваши команды? Никто не говорит, что нужно сразу делать миллионы. Конечно же, вы делаете тот оборот, который вначале вы можете просто что-то поменять в своей семье. У вас закончится шампунь, гель для душа, аромат. Но знаете, я скажу, что даже взять обычную семью, то где-то 300-400 тысяч они тратят в месяц на те нужды, которые нужны для дома. Поэтому, если они поменяют продукты, которые есть в магазине, и вы сейчас видите очень много роликов в интернете о том, что даже в элитных магазинах очень много подделки, да, и от этого никто не застрахован, то в компаниях сетевых этом очень высокое качество в этом плане. То есть компания, даже в Oriflame, многие сейчас пришли недавно, мы были раньше, когда это зарегистрировано, да, вы видите о том, что изменилась упаковка продукции, изменился немножечко состав. Это все сделано для того, чтобы не было подделок. Поэтому компания об этом, о своем, заботится, да, о своем качестве продукта, который она выпускает, поэтому всегда продукт высокого качества. И, конечно же, вы получаете, благодаря тому, что вы сейчас являетесь участником проекта «Территория роста», вы получаете свой интернет-магазин. Сайт разработался в Чехии. Очень классно, очень инновационный, а там и обучение, и контроль вашей работы, вашего бизнеса, помощь для вас и для ваших клиентов, это все модули по продукции,
И, конечно же, вы как обладатель интернет-магазина, вы весь интернет-магазин получаете скидочку 20% на весь ассортимент, независимо от того, как часто вы размещаете заказы. И третье, что нужно сделать, это организовать поток людей. И пока вы новичок, я вам скажу, что, в принципе, это даже самое главное, такой самый первый пункт, который у вас должен быть после обучения, потому что если вы не знаете как, да, где, то вы не сможете организовать поток людей. С какого начинается рынка, теплого, холодного, это, конечно, вы решаете сами. Конечно же, мы рекомендуем с теплого, потому что если вы сегодня не пригласите ваш теплый рынок, то завтра вы пригласите кто-то другой. Да, и ваш человек, которому вы просто побоялись, постеснялись рассказать о том, что вы работаете, строите бизнес в интернете, будет работать с ним кто-то другой. Вы думаете, что для него Reflame не нужен, но он, услышав о возможностях именно интернет-работы, в компании Reflame захочет именно работать там. Поэтому ваша задача, конечно, не напрямую, а приглашать ваших знакомых к вашему спонсору на прохождение, скажем так, собеседования и уже развивать, учиться, обучаться, как это делать. И уже с холодным рынком вы будете работать и приглашать сами. Где искать людей поток? Каждую субботу в 11:00 у нас проходит с вами обучение именно по методам рекрутирования. Итак, наверное, подытожим, что же нужно делать, в чем суть, за что платят. Итак, значит, у нас первое, что мы делаем, это меняем обычный магазин на интернет-магазин компании Reflame. Приглашаем туда как можно больше людей вместе со спонсором, вместе с командой, развиваемся, растем через социальные сети, доски объявлений, как кому удобно, да. Рассказываем о нашем проекте «Территории роста», потому что именно этот проект дает возможность развиваться, расти, обучаться бесплатно и, конечно же, организуем вместе с этой группой товарооборот, и компания за это нам начисляет свои деньги. За что же платят компании? Хотя о том, мы с вами будем говорить, откуда берутся деньги, конечно же, для любого бизнеса, для любой компании самое главное – это создание товарооборота. Чем больше товарооборот, тем больше, более прибыльный бизнес. Но знаете, если вы грамотно, правильно развиваете свою команду, если приглашаете людей, рассказываете им о возможностях, поддерживаете, растете, развиваете их команды, то, в принципе, товарооборот, если поток людей у вас постоянный, он будет и постоянно расти. Вы уже не будете задумываться о том, где взять 100, 200 баллов и так далее. Сама, когда пришла в компанию, для меня тоже было первый шаг старта программы, 75 баллов бонус, думаю, боже мой, где взять эти баллы, да, сейчас... Потом думаешь, ну, 3%, как это сделать 3%, потому что как это сделать 10%, как это много, как это долго, но на самом деле, когда ты уже на уровне, там, 22, директор и так далее, ты думаешь, боже мой, 3%, что это такое, 200 баллов, это совсем ничего. Поэтому развивайтесь, растите и не зацикливайтесь именно на баллах бонуса, они очень важны. Если вы грамотно строите бизнес, развиваете свою команду, то эти баллы будут приходить к вам автоматически, скажем так. И, конечно же, раз вы пришли в компанию, в проект, то ваша задача ближайшая ваша цель, это, конечно, уровень 9% как минимум, ближайшие 1-2 каталога. У вас со своим вашим спонсором должен быть четкий план, как это сделать. Я вам показала одну из схем, которая может быть, потому что именно так практически было, когда я пришла в компанию, когда у меня было в команде со мной 6 человек, и каждый делал 150 баллов бонуса. Потому что именно тогда столько нужно было баллов, например, клуб, это было очень выгодно, очень классно. И, в принципе, это был только мой теплый рынок. Почему мы говорим начинать с теплого рынка? Потому что это результат молниеносный, скажем так, очень быстрый, качественный, классный. И вы знаете, что если вы в компанию пришли, я думаю, что вы уже уверены, что это классная компания, в которой можно работать, зарабатывать, получать дополнительный доход. И все, что вы получаете, если вы уверены в этом качестве, конечно же, мы предлагаем самым близким людям. И ну, это приблизительно такое, не обязательно такое должно быть у вас развитие, мы сейчас строим морковками и так далее, но вы должны понимать, что даже при небольшом количестве людей, но при грамотном сопровождении, обучении можно получить очень быстро хороший результат. Какой результат вы можете получить? Я вам тут еще написала в старых деньгах, надо уже менять на новые. Вот, приблизительный доход ваш от товарооборота, то каждый каталог, да, у нас закрывается, у нас 17 каталогов в год, поэтому 17 зарплат начисляет компания, это тоже очень классный возможность, не 12 зарплат, а 17, да. И по закрытию каталога компания просчитывает весь товарооборот, который был создан именно благодаря вам и вашей команде, и за это начисляет вам доход, процент от того товарооборота, который вы сделали. И вы видите, что чем больше товарооборот в вашей команде, да, тем больше выплаты. И вы знаете, я просто когда разговариваю сейчас со своими знакомыми, то очень многие говорят, когда спрашивают, какой у тебя доход, они говорят, где-то 3 миллиона. 3 миллиона в средней заработной плате в Витебске. Ну, кто-то 10, кто-то полтора, да, но я знаю, даже на заводах сейчас люди работают там даже 3-4 дня, но зарплата даже у мужчин 1 800 000, но, знаете, тогда задумываешься даже о 15%, когда доход идет 3,5 миллиона. Я думаю, ни для кого из вас не будет лишним 3,5 миллиона в бюджет семьи. При этом
3000 баллов – это, в принципе, в вашей команде 2 менеджера 9%, да, ну и, допустим, еще какой-то отрыв. Но это вы строите своим спонсором, вы сами с ним просчитываете, какой доход вы хотите иметь, какую группу, какую команду, поэтому это все зависит от вашего роста. Ну, смотрите, хотя мы говорим о баллах бонуса, но наша задача не зацепиться на баллах бонуса, а именно на бизнес-партнеров. На уровне 9% у вас уже должно быть где-то 6-7 бизнес-партнеров. Тогда ваш бизнес будет развиваться активно, правильно и грамотно. На уровне 15-17% это где-то до около 20 бизнес-партнеров. На уровне 22-25 тысяч бизнес-партнеров, то есть люди, которые приглашают вместе с вами. Вы знаете, очень часто вы можете тоже видеть в интернете, может быть, ролики от ваших спонсоров, что люди открывают за 2-3 дня звание директора. Люди открывают звание директора и сразу автоматически старшего директора, золотого директора, помогая своим людям расти, мы растем в этом бизнесе сами. Поэтому тоже мне очень нравится бизнес-компания, что именно от этого, от того, как, насколько быстро растут твои люди, зависит твой рост. И вот такая небольшая, скажем так, премия, да, в компании Ripnet, кроме выплат ежемесячных, ежекаталожных, да, есть еще выплаты. И закрывая звание директора, вы получаете свою первую премию в $1000. По курсу не компании, а курсу Нацбанка. Золотой директор 2000, старший золотой 3000. И вот буквально недавно наши лидеры приехали с конференции «Золотой», да, где чествовали людей, которые закрыли 5-6 званий в год. Они только премию получают больше $10 000. И это реально, это возможно, и это дает возможность развиваться в компании и вместе с проектом сейчас, когда мы проходим обучение онлайн, это дает возможность нам развиваться намного быстрее. И, конечно же, в чем ваша задача в ближайшее время, да, это, конечно же, если вы еще не видели эту лестницу успеха, вы найдете ту ступеньку, которая сейчас, на данный момент, скажем так, греет вашу душу, то есть то, что вы хотите, какой доход вы хотите получать приблизительно ежемесячно в компании Oriflame. Какой доход поможет вам осуществить ваши цели и мечты, и выстроите вот этот план, четкий план для достижения этого уровня. Пусть он будет через 2 года или через 3, как вы хотите, да. Кто-то, может, захочет уже через год, потому что компания дает нам возможность не только зарабатывать, получать доход, но еще и путешествовать, отдыхать за счет компании, да. И раз мы уже заговорили об отдыхе, то, конечно же, вот несколько вам слайдов. Это была конференция в 2014 году, начиная с уровня золотой директор, компания отправляет вас отдыхать на конференции в разные страны мира. Это проходит за счет компании, ваша задача доехать до Минска, да, а все остальное организует компания, сюрпризы, подарки, обучение. Я знаю, что наши обычные лидеры говорят, что спим мы 4-5 часов, потому что хочется все и пообщаться с лидерами из других стран, хочется и что-то больше узнать, пройти какую-то экскурсию дополнительную, потому что действительно все, что мне поступает, это очень классно. Это, конечно же, после закрытия звания директора вы приглашаетесь на банкет директоров, и это красочное мероприятие, которое приятно обещает, что это красная дорожка, это шикарно накрытые столы. Опять же, это встреча с людьми, банкет уже несколько лет проходит именно наш белорусский, да, в Минске. Это очень классно, потому что последний банкет у нас проходил, он у нас проходил, ага, это немножечко позже, я на последнем банкете расскажу. Покажу сначала тех людей, которые благодаря нашему проекту, развитию нашей команды, команде Лены Ракочи Дениса Белякова, достигли очень уже многие званий, да, получили не один, а 2-3 чека. И вы видите, насколько разный возраст людей, насколько разным, ну, я могу знать, да, насколько разные специальности людей, да, то есть кто-то пришел из бизнеса традиционного, кто-то студентом, даже не работал ни разу на государственной работе. Здесь и учителя, и юристы, да, и видно, что в слайде вот девушка была, она Дарья Николаевна, она уже на последних месяцах беременности, да, она ездила до банка директоров, получала свою премию. Где еще, да, в декретном отпуске можно получить премию в $1000 и спокойно сидеть, растить своего малыша. Это, конечно же, наши основатели проекта, Анна Козловская, которая за прошлый год получила 2 звания и 2 премии, 1500 и $2000, и Лена с Денисом, которая максимально их звание премия, да, была пока что $6000. И вы видите, действительно, сколько разные люди, но эти люди поверили в мечту, выполняли свои действия, и все они, как и мы, да, с вами, когда-то начинали с самого начала, обычными консультантами,
с каталогами. Сейчас же у вас есть уникальная возможность развивать ваш бизнес намного быстрее, не просто бегать с каталогами, для этого не нужно, да, то есть продажи это не основное, а именно построение бизнеса, приглашение людей, обучение, сопровождение грамотное и развитие именно в нашем проекте. И вот это последний банкет директоров, он приходил в Ривьера Кантри Клаб на берегу Минского моря, с шикарными чеками, с шикарной обстановкой. Я вам даже покажу немножечко другую, небольшую презентацию вам, кто будет с самого конца, небольшую презентацию для вас тоже подготовила. То, что прошло буквально недавно и будет в ближайшем будущем, чтобы вы тоже могли вот в ближайшие полгода запланировать свою работу. И действительно очень классная атмосфера, красивые платья, это лучшие выступления, да, у нас был Дмитрий Маликов, это салют и так далее, и это, конечно же, вот невероятная атмосфера вот этого успеха, и ты понимаешь, что люди, которые около тебя, они все не ниже звания директор, но это вот, они такие же люди, как и мы, да, то есть, и, ну, у них в голове, наверное, немножко другое пока, другие мысли, другие какие-то цели, но они есть и у нас, поэтому наша задача просто делать. Уже много людей осуществили свои мечты, выполнили то, что хотели, получили свои заветные первые $1000, поэтому это получится у вас, потому что мы с вами ничем не отличаемся от тех людей, которые это уже достигли. И вот одна из фраз, которая меня очень зацепила, скажем так, если нет своей цели в жизни, то приходится работать не того, у кого они нет. Я бы добавила здесь еще одну фразу, что очень часто мы об этом задумывались уже тогда, когда уже слишком поздно. Если вы сейчас здесь на этом вебинаре, да, то значит у вас есть еще огромное количество дней, месяцев, лет, да, для того, чтобы осуществить, но не нужно делать откладывать на завтра, нужно делать здесь и сейчас, потому что именно сейчас компания дает уникальные возможности развития, получать дополнительные премии и отдыхать. Почему я выбрала Reflame, почему я выбрала проект «Территория роста», потому что у меня есть мечты, есть у моих детей. Я скажу, даже иногда они мотивируют больше, чем мы сами, да, какие-то. Потому что 35-40 годам иногда мы не хотим становиться в наших мечтах, потому что мы думаем, что они уже никогда не исполнятся. Но компания наша возвращает с детства, и я вот, мне еще тоже понравилось сейчас недавно, когда приехали лидеры наши с конференции в Сочи, когда они были, ну, так, как Диснейленд, да, думаю, они там все прыгали, скакали, если ездили на больших колесах, на большом колесе обозрения, я думаю, вернулись где-то в детство, в эту сказку, и компания Reflame дарит эту возможность, вернуться в сказку, даже когда тебе уже не 6, не 7, не 3 года, да. И подытожив то, что мы сегодня с вами говорили, суть нашего проекта. Вы регистрируетесь, я думаю, что вы уже здесь, кто присутствует, зарегистрированы в нашем проекте. Вам необходимо активироваться, разместить заказ на вашем сайте, для того, чтобы ваш интернет-магазин в ближайшие годы работал очень активно и, скажем так, вы не боялись, что вас терминируют и так далее. Вы получаете бесплатно свой сайт для работы, свой интернет-магазин. Вам необходимо выбрать метод рекрутирования, которым вы хотите работать. Вы можете выбирать и офлайн, и онлайн, и либо только онлайн. Но я скажу, конечно, когда вы выбираете оба метода, и офлайн, и онлайн, это намного больше результат. Если ваши люди приходят из вашего города, конечно, вы встречаетесь с ними в офисе, в кафе, общаетесь, разговариваете, потому что когда отношения уже дружеские, тогда и легче строить бизнес. Находите новых партнеров, регистрируйте их в свою команду, стройте свою структуру, и ваша задача дублицировать себя, то есть помогать вашим партнерам также развиваться, проходить все вот эти 7 пунктов, которые прошли уже вы. Повторяя ваши действия, растут ваши партнеры, растете вы по лестнице успеха, конечно, становитесь успешными и вы, и ваши команды. Да, Надежда, обязательно нужно стараться и делать. Не может не получиться, кого кто делает. Даже если идете небольшими шагами, у вас обязательно получится. И чем больше вы делаете, тем больше у вас опыта, и тем действительно быстрее будет ваш рост и ваш старт в этом бизнесе. Я вас всех приглашаю в наш проект, на проект «Территория роста». И если вы сейчас не убежите еще, да, у нас еще такое время есть, я хочу вам поставить еще одну презентацию, которую я буквально сегодня делала для планерочки своей, да, но мне она очень понравилась. В том плане, что вы можете иметь в ближайшее время от компании. Так, скажите, появились у вас слайды? Отметьте, пожалуйста, в чате. Стиль жизни с Reflame. У кого появились слайды, поставьте, пожалуйста, плюсик. Я буду видеть, что вы меня слышите и слушаете меня, да? Ага, спасибо большое. Угу. Вот. Угу. Ну что, тогда немножечко, буквально еще минуточек 7, наверное, 10, да, я вас задержу и расскажу, что нас с вами ждало недавно, то, что произошло и то, что нас ожидает в ближайшее время. Итак, смотрите, куда мы можем сейчас приглашать наших новичков? И, конечно же, мы сами этим всем можем воспользоваться. Что такое стиль жизни от компании Reflame? Вы видите, что здесь у нас огромное количество
возможности предложить людям. Это и уникальные продукты на вышку «Уход за лицом». Это и продукты wellness, о котором мы немножечко говорили с вами сегодня. Ну и, конечно же, возможность строить бизнес компания офлайн либо онлайн, то, что людям больше надо. Вы знаете, сейчас все равно встречаемся, общаемся через интернет с людьми, и иногда даже люди сами, ну да, часто люди звонят сами, спрашивают, что это за бизнес. Они находят нас в интернете, находят телефоны и спрашивают, и узнают, они хотят зарабатывать. И многие еще люди не знают о всех возможностях, которые есть в компании. Поэтому если вы сейчас приглашаете людей, они говорят, что о, Reflame там уже все, либо или опять этот Reflame, на самом деле еще огромное количество людей, которые хотят расти, развиваться, и они просто еще не знают о этих возможностях. Потому что наша задача найти эти жемчужины, да, рассказать им, строить с ними бизнес и развиваться. Итак, смотрите, буквально вчера прошел у нас шикарная онлайн-бизнес-встреча в формате онлайн. То есть мы напрямую могли видеть, что происходит в Минске, поздравления, чествования, новые акции. Можете отметить единичками, кто был онлайн вчера на дома у себя, сидя дома, да, онлайн слышала. Может, двоечки, кто вчера был непосредственно в Минске, да, и проходил, был на этой встрече. Это и поздравления, это эмоции, это уникальная возможность пообщаться с лидерами из других команд. И это очень классно. Если кто-то еще не посмотрел, обязательно посмотрите в записи. Вот несколько фотографий с этого онлайн-форума. Увидите, насколько красивые, счастливые люди, да, потому что действительно даже результат других людей, он заряжает, он дает силы, энергии развиваться, потому что люди растут, почему мы не растем, да, то есть можем дать себе такой вопрос. И вот эта возможность, которая была у тех, кто менеджеров 15 и выше, кто закрыл в третьем квартале, была уникальная возможность встретиться, пообщаться, и кроме того, у них еще был бизнес-ланч для новых менеджеров. И это красивые столы, вы видите, шикарная возможность лично пообщаться. Вот кому захотелось на такой бизнес-ланч? Вот можете отметить в чате плюсиками, кому захотелось вот так вот. Пока вы будете отмечать плюсиками, либо наслаждаться слайдами, я скажу, что вот эта уже встреча уже прошла, да, и ее уже нет, ее уже не вернуть, скажем так. Но мне очень хочется вам сказать, что вы еще можете возможность, иметь возможность попасть на такой бизнес-ланч, потому что в четвертом квартале у нас будет бизнес-ланч с руководством для новых менеджеров. Поэтому с уровнем 15%, да? Не ошибаюсь, мы посмотрим на условия. Итак, что нужно, чтобы попасть на этот бизнес-лайф? Выйти на новый уровень 15% и выше в период с 14 по 17 каталоги. Имейте отрыв по 1% уровень от вашего нижестоящего менеджера именно в каталоге квалификации. Или закройте звание с уровня директора и выше, и вы будете приглашены на этот бизнес-лайф с руководством, который состоится в первом квартале 2017 года. То есть новогодних праздников, когда у нас еще эйфория, у нас огромное количество мечт и желаний, которую мы с вами записали, у нас есть возможность продлить это все на потрясающем бизнес-ланче от компании. Конечно же, что нас еще с вами ждет? В ноябре у нас состоятся лидерские мастер-классы от компании в формате онлайн. И тоже запланируйте себе время на обучение. То есть вот такие мероприятия компания проводит, ну, не проводила бы компания, если бы она не хотела развиваться, не хотела, чтобы развивались все лидеры. Нам компания дает уникальные инструменты, нужно только ими воспользоваться и расти. Мастер-класс в формате онлайн, наверное, такой будет практически впервые, и это тоже будет незабываемо, огромное количество эмоций, которые мы сможем с вами получить. Кроме того, 12 декабря у нас состоится новогодний вебинар «Юбилейный экспресс», где будет выступать ТОП-15 в Беларуси. Поэтому наша задача с вами там быть, болеть за наших топовых лидеров, слушать каждое слово, потому что топовых лидеров уже есть более, чем сказать, чем нам даже, а у них всего 2 часа для всех топ-лидеров. Поэтому шикарное мероприятие в преддверии Нового года, я думаю, заведет нас на дальнейшую работу, и мотивация будет очень хорошая. Банкет «Юбилейный экспресс» пройдет в январе 2017 года для новых уровней, особенно старший менеджер и выше. Знаете, в прошлом году я была на таком банкете, и это классно, потому что если мы на большой мотивационной встрече, на которой тоже обнаружили дальше слайды, это заряжаешься эмоциями, количеством людей, энергетикой, то здесь все совершенно по-другому. Здесь ты находишься среди людей, которые уже многого достигли, но при этом, как я уже говорю, ничем не отличаются от нас. И вот эта атмосфера роскоши, атмосфера праздника и всего, она действительно долго дает результаты, дает такую памяти, очень долго откладывать, и хочется расти, развиваться, и чтобы не быть не одной уже там, а со своей командой. Вот большая мотивационная встреча 28 января, если вы хотите вот окунуться в эту атмосферу, видите, какое огромное количество людей, вот эти вот слева, то, что было в прошлом году, когда приезжал Владимир Полежаев, это было огромное количество людей. Ты понимаешь, что столько людей верят в компанию, но компания еще больше верит в нас. И вот 28 января состоится мега-мероприятие, на котором на сцене будут подниматься
все новые звания, я думаю, с уровня 12-15% и выше будут предъявляться чувственно на сцене. И я понимаю, что в прошлый раз даже все менеджеры не вместились за один раз на сцену, это было 3-4 захода, это было просто шикарно. Даже вверху шары на нас запустили потом с потолка, да, их, хотя взрослые люди все, да, но все взяли по одному шару, как минимум, а кто-то и больше, для того, чтобы привезти домой свой город, немножечко частичку вот этой вот энергии и вот этой мотивации от компании. Это, конечно же, то, что сейчас дает нам компания, программа для лидеров. Если вы вступили, компания дает вам возможность получать зарплату, еще возможность получать дополнительные доходы. Смотрите, в 2013-2015 году у нас получается идет программа «Верни свой турборост», да, для тех, кто был на уровне 9 и выше. И к Новому году можно получить дополнительную премию от 2 до 6, и, если не ошибаюсь, директора до 9 миллионов. Это очень классно, потому что вы вроде развиваете свой бизнес, вы сами растете, вы зарабатываете, но при этом еще компания постоянно дает какие-то классные бонусы, денежные или подарки по акциям. Конечно же, банкет директоров 2017 ждет на следующем году. Квалификация уже началась с 8 каталога, и она будет по 7 каталог. Поэтому обязательно, если вы еще не знаете условия, как можно попасть на банкет директоров, если вы видите фотографии с последнего банкета, то, что, о чем я вам говорила, это Дмитрий Маликов, это шикарный салют. Вы знаете, вот кто, глядя на эти фотографии, может сказать, что в этот вечер шел дождь? Наверное, никто, да? Я была тоже на этом мероприятии, на этом банкете, и вот дождь мне ничуть не помешал. Но когда смотришь на фото, вообще не кажется, что никакого дождя нет, все очень классно, все очень... Ну, действительно, эти эмоции, эти поздравления, вы видите, наш директор новый, Ольга Мельникова, здесь тоже есть на фото. Это очень классно, это очень заряжает и развивает нас как личности. И, конечно же, конференция менеджера в Болгарии, квалификация тоже уже идет. Не забывайте, что есть основные, есть дополнительные условия от компании. Если вы где-то не выполнили основные, обязательно узнавайте у спонсора какие-то дополнительные, потому что конференция, которая прошла буквально недавно в Сочи, насчитывала более 4,5 тысяч людей. 4,5 тысяч человек выполнили условия на Сочи. Я думаю, что в Болгарии, наверное, будет в 2 раза больше, поэтому узнавайте, какие условия выполняйте. Если вы любите путешествовать, даже если не любите путешествовать, выполняйте условия для того, чтобы окунуться в эту атмосферу. Мы видели сказы тех людей, которые были на этой конференции. Это очень классно, это очень заряжает, дает нам возможность развиваться. То есть можно и работать, и отдыхать еще за счет компании. Это вообще очень классно. Ну и, конечно же, глобальная бриллиантовая конференция в 2018 году. Те, кто еще не знает, она будет в Токио, в Японии. Именно конференция впервые будет перенесена на апрель месяц, если не ошибаюсь, потому что именно в это время цветет сакура. То есть компания настолько продумывает все, до всяких мелочей для того, чтобы именно, скажем так, отдать должное тем людям, которые развивают эту компанию, которые развиваются сами, но при этом могут получать шикарные подарки, премии, поздравления. Я знаю, что вы неоднократно слышали, что директоров Оля сократилась в январе, и с тех пор, если уже больше года, да, ее все равно еще поздравляют, да, то есть очень классно. Ну, не больше года, да, но долго еще ее поздравляют, поздравления она принимает до сих пор. Поэтому растите, развивайтесь, мы очень рады вас приветствовать в нашем проекте. Главное – не сдаваться, главное – действовать. Если какие-то вопросы вам не стали снизны после сегодняшней встречи, обязательно обратитесь к своему спонсору. У вас есть у всех чаты, поддержки, есть YouTube-каналы ваших спонсоров, поэтому развивайтесь, растите. Компания дает все то, что она обещает. Наша задача – это взять, не оставить в компании, помочь нашим людям также развиваться, расти и брать все от компании по максимуму. Запланируйте себе максимум роста, максимум денег, максимум путешествий. Вот. И до встречи на наших вебинарах. Все, всем пока-пока. Если будут какие-то вопросы, можете еще в чате писать. Постараюсь за пару минут еще ответить. Все, хорошей вам ночи, всего хорошего. До свидания.